Очень грустный повод начать сегодняшнее видео. Нет, с котятами все отлично, они живы-здоровы. Я им тут побольше манежек организовала, теплые, несколько слоев. Здесь тряпочки проглаженные, так что все отличненько. Это чтобы и Масяне их проще было кормить. Здесь, видите, действительно манеж со всех сторон огорожен, то есть они никуда не уползут. В чем проблема и почему я с грустью хотела вам поделиться кое-чем? А дело в том, что вот эта вот зайка рыжая, у нее должен быть, получается, хозяин ее должен был быть забрать 30 декабря. Но сегодня он мне написал, что он передумал. То есть, соответственно, вот с данного видео пока что вот эта рыженькая девочка наша все еще ищет себе добрые руки, добрую семью, любящую, заботливую. Поэтому, если у вас вдруг было желание, или вы хотели именно девочку, и хотели вот такую вот красивенькую, пушистенькую, если вы живете в городе Курск или в Курской области, то будем очень рады и признательны вместе с Сонькой. Кличку менять не буду, но уж как дали ребенку такую кличку, так и оставим ее, поэтому также будем называть ее Сонькой. Да, у нее вообще кличка в тему, потому что она все время спит. Но вы видите, либо почувствовала, что о ней идет речь, начала активничать. Жалко, конечно, такая красотка. Я только успокоилась, думаю, ну все, моих ребят забрали. Но нет, Сонечку не хотят забирать. Ну, может быть, это и знак, может быть, кто-то более любящий найдется. Ну вот, я думаю, что есть такие люди однозначно среди нас, кто хотел бы эту лялечку взять себе, но почему-то переживал, что ее уже забрали. Вот теперь она вот свободна. Вот такая вот наша крошечка, золотулечка, пампулечка. Ищет, в общем, добрые руки. Кто первый среагирует, да, напишет. Я во всех соцсетях сейчас публикую данное видео. Тому и отдам ее. Причем это не будет просто, да, вот написали, забираю. Я буду узнавать, кто это за человек, потому что хочется, чтобы у меня всегда был первые 2-3 месяца видео фотоотчет о жизни Соньки, чтобы я была спокойна, что наша Ляля в хороших руках. Поэтому, если вы не готовы предоставлять фото-видеоотчет, то я вам не отдам кошечку. Это несложно, это буквально раз в неделю какое-нибудь фото-видео прислать коротенькое на WhatsApp. Это не сложно, с учетом того, что я действительно переживаю о судьбе, я не хочу отдавать кому попало. Вот, а если вы не согласны, то мы поищем Сонечке другого или другую семью, вот, которая, соответственно, сможет нам делиться фотографиями, когда она вырастет. Представьте, как же будет здорово, когда ты увидишь свою кису, которая была совсем ляли, когда она вырастет. Ну, в общем, как-то так, поэтому Сонька ищет семью, видите, она... Что такое, Сонька? Что там? А вот и Масянечка пришла. Сейчас она к своим деткам придет. Видите, у нее манеж. Там тоже на всякий случай я постелила. Вдруг она все-таки их ночью перетащить захочет по более укромное место. Вот сейчас она покушала. В общем, вот такое вот объявление. Поэтому пишите номер. Я напишу свой, которому прикреплен WhatsApp в описании под видео. Поэтому, честно, буду рассчитывать на то, что наша Сонька кому-то да приглянется. А еще будет очень здорово, если это будут действительно хорошие, добрые и любящие руки. С вами была Светлана. Всем пока-пока. В общем, Сонька ищет новый дом.